своими четырьмя игроками действует ЦСКА. Бросок Нестерова, гол. Ход сработал. Главный бомбардир армейской команды ставит точку в этой встрече со счетом 3-2. Во втором матче подряд ЦСКА вырывает победу в дополнительное время, заменяя вратаря на четвертого полевого игрока. Ну и на этом все. ЦСКА с победой, и в эту победу вложились полностью сегодня и хоккеисты, и тренеры.